Шоколадная глазурь – самая распространенная, и ее используют для покрытия тортов, пирожных и булочек. Сегодня мы будем готовить самый простой и быстрый рецепт глазури для торта из какао-порошка. Когда я вижу на витринах магазина аппетитные тортики, покрытые блестящей глазурью, то мне становится довольно сложно контролировать свое слюноотделение, но, слава богу, у меня есть этот замечательный рецепт приготовления глазури для торта, с которым я могу делать такую же красивую шоколадную глазурь и, хотя это самый простейший вариант, как приготовить глазурь для торта, но мне он очень нравится, а особенно красиво получаются мои любимые шоколадные кексы, просто глаз не оторвать, и, если вы тоже захотели приготовить что-нибудь вкусненькое сегодня вечером, то я с удовольствием поделюсь с вами этим простым рецептом глазури для торта. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все необходимые ингредиенты, сливочное масло заранее выньте из холодильника, чтобы оно успело размягчиться, именно таким оно нам и понадобится. Сахар смешайте с какао, хорошо перемешайте. Влейте молоко и размешайте до однородной массы. Поставьте массу на огонь и доведите до кипения, непрерывно помешивая, вы увидите, что постепенно глазурь станет гладкой и красивой. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Снимите глазурь с огня и охладите, теперь ею можно украшать торты и пирожные, кексы и другие десерты. Покрывать глазурью поверхность десертов следует тонким слоем, она достаточно быстро подсохнет и десерт можно будет подавать. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество, далее. Молоко, 4 столовые ложки. Какао, 3 столовые ложки. Сахар, 3 столовые ложки. Масло сливочное, 60 грамм. Количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Жду вас снова.